Честь принимать 12-ю республиканскую спартакиаду школьников выпала Могилевской области. По традиции, первые соревнования прошли по зимним видам спорта. Хоккей принимала Бобруйск-арена, лыжные гонки и биатлон проходили на лыжероллерной трассе по Лыковичи. Совсем недавно закончилась республиканская спартакиада школьников 16-го года, которая проходила в Гродно и городах Гродненской области. А вот сегодня, 7 февраля 2017 года, мы делаем открытие республиканской спартакиады 2017 года, которая будет проходить на территории Могилевской области. Открывали соревнования биатлонисты. Товарищ первый заместитель начальника управления образования Могилевского облсполкома. Команда для торжественного открытия республиканской спартакиады школьников 2017 биатлону построена и готова. 8 февраля был дан старт первому забегу. Спортсмены 2002 и 2003 годов рождения бежали дистанции 7,5 километров у юношей и 5 у девушек. Борьба была сложная, но, наверное, родные стены помогают. Все удачно сложилось. Дети тренируются и довольно-таки серьезно готовятся к этому. Здесь, ну, показали хорошую стрельбу, довольно-таки хороший уровень. Командные результаты. Накануне Дня защитника Отечества на лыжероллерной трассе прошли соревнования по лыжным гонкам. Юноши и девушки выступали в двух дисциплинах. Сначала бегали дистанции свободным стилем, на следующий день – классическим. По сумме набранных очков командные места распределились следующим образом. Плавится лед, стучат борта. В марте месяце было жарко на Бобруйск-арене. Здесь прошли финальные соревнования республиканской спартакиады школьников. Ну, игра первые два периода шла напряженно. Непонятно было до последнего момента, кто все-таки победит. В третьем периоде мы нашли силы, выполнили, наконец, тренерскую установку. Достаточно заблокировали бросков, сыграли как надо и переломили ход матча. Это слова капитана минской команды Владислава Кольченюка, сказанные им сразу по окончании матча. Того самого, где решалось, кто будет победителем турнира. Игру оцениваю на все 100. Ребята выложились, каждый в свою силу. Никаких претензий, все молодцы. Минчане победили на турнире и получили заслуженный приз – золотые медали и кубок. Команда Гомельской области заняла второе место, Минская область – третье. Командные результаты. По итогам зимних видов спорта промежуточным лидером спартакиады стала команда Витебской области. Далее на пьедестале почета расположились хозяева спартакиады и команда города Минска. После окончания учебного года и начала летних каникул у 2500 юношей и девушек со всей страны стартовали летние игры. 21 вид спорта, 19 спортивных объектов, 4 города Могилевской области – Могилев, Бобруйск, Белынычи, Горки, а также Борисов, принимавшие спортсменов по пулевой стрельбе, и Гомель, где проходили соревнования по гребле. Именно в этих городах прошла 12-я республиканская спартакиада школьников, главной площадкой которой стал областной спорткомплекс «Олимпиец», принимавший церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по 8 видам спорта. В
красочной церемонии открытия приняли участие около 1000 спортсменов. Сначала они прошли под сводами манежа, а через несколько минут заняли свои места на трибунах. Организаторы приложили много усилий, чтобы праздник спорта на Могилевщине получился ярким и запоминающимся. Лучшие арены, лучшие судьи, лучшие условия для подготовки. Я желаю всем нам великолепных спортивных стартов. И пусть каждый из них будет запоминающийся не только для ребят, но и для их родителей, и в целом для всех педагогов и всех участников спартакиады. Будем переживать за самых лучших. Я не буду делать какие-то, так сказать, предпочтения, потому что все наши дети – это дети нашей огромной страны, и их результаты, их успехи – это успехи нашей страны. Первыми открыли летнюю программу спартакиады юные гимнастки страны. Соревнования по художественной гимнастике стали украшением всего турнира. Перед выходом я сильно волновалась, но потом собралась и все сделала. Довольна своим выступлением? Да. Еще я очень благодарна своему тренеру за ее поддержку и за то, что он меня с детства воспитывал. Концентрация и уверенность в собственных силах – эти качества – необходимые условия для достижения победы в художественной гимнастике, одном из самых красивых видов спорта на республиканской спартакиаде. В художественной гимнастике, первом виде летней программы республиканской спартакиады, победителями стали девушки из команды города Минска, вторыми стали хозяева, третьими – команда Гродненской области. Вслед за художественной гимнастикой спартакиада продолжилась соревнованиями по баскетболу. Девушки свои поединки провели в олимпийцы, юноши – в Могилевском доме спорта. Обошлось без сенсаций. Победили фавориты – команда Гродненской области. Второе место у юношей завоевали минчане, у девушек – представители Брестской области. Бронзовые награды у тех же команд, только в обратной последовательности. Чемпионы Европы на республиканской спартакиаде школьников. Такое не редкость. Что еще раз подтверждает, Беларусь – спортивная страна. Имена наших атлетов знают во всем мире. К примеру, Марина Шевчук, Кристина Эдункевич выиграли континентальное первенство, а в июне приехали на республиканскую спартакиаду, чтобы поддержать свои команды и достойно выступить на этих соревнованиях. В пятом классе пошла на борьбу сама. Мама не разрешала сначала. Потом поступила в училище, тренер меня забрал. Проигрывала на республике, потом стала чемпионкой, отобралась на Европу. Поехала в Атаке, стала чемпионкой. Приехала из Клинска. Радости столько. Цели какие перед собой ставишь в спорте? Съездить на мир, показать какой-то результат. Ну, потом придет время, поеду на Олимпиаду. Ну, я с ней уже боролась раньше. Ты как раньше плюс притесняешь? Я выиграла. А за счет чего как-нибудь побеждать у нее? Не знаю, не знаю. За счет техники. Вот уже несколько лет подряд минчане остаются непобедимы в плавании. И на этой спартакиаде столичный регион находился в фаворитах. Минчане взяли золото, область – серебро. Борьба была лишь за бронзу, где немного повезло брестчанам. Гомельская область, до последнего претендовавшая на пьедестал, остановилась в шаге от призов.
минувшем году витебчанин Владислав Гончаров стал олимпийским чемпионом. До этого он не один раз приезжал в Могилев и выступал в этом зале. Тут, можно сказать, выросла и неоднократная призерка чемпионатов мира Татьяна Петреня. Зал буквально пропитан энергетикой победителей. И неудивительно, что в медальную борьбу включились все команды. Однако фаворит Витебская область, где сегодня наблюдается бум популярности прыжков на батуте, подтвердила свое лидерское звание. Они и стали победителями спартакиады в этом виде спорта. Второе место у Гомельской области, третье у гродненских спортсменов. Могилевский профессиональный электротехнический колледж. Именно здесь много лет подряд проводится престижный международный шахматный форум на призы гроссмейстера Алексея Федорова. И именно тут состоялись финальные соревнования этого интеллектуального вида спорта в программе Республиканской спартакиады школьников. Соревнования по шахматам собрали 42 юных спортсменов страны. Представители Могилевской области стали сильнейшими в республике. В напряженной борьбе за первое место команда хозяев победила в решающем 7-м туре серьезного и упорного конкурента – шахматную сборную Витебской области. Брестская область замкнула тройку призеров. Один из самых захватывающих поединков на соревнованиях по греко-римской борьбе. Соперники по очереди смотрят на табло и следят за временем. Оппоненты равны по силам, и судьям приходится нелегко. Победа для одного и горькое поражение для другого, смириться с которым так трудно. В схватках на спартакиаде сильнее были борцы Гродненской области. Далее – Гомельская и Могилевская. В соревнованиях по дзюдо приняло участие 117 воспитанников сильнейших школ страны. Резерв национальной сборной – так называют этих 14-летних учеников-спортсменов. Сильнейшими были признаны дзюдоисты Гомельской, Витебской и Могилевской областей. Быстрее, выше, сильнее. Этот лозунг максимально точно отражает легкая атлетика. Королева спорта принимала участников в Бобруйске на стадионе «Спартак». Мне очень нравится, как стремятся дети заниматься спортом, как они достигают наивысших результатов на этих соревнованиях. Я сама когда-то в 1991 году выступала на такой же спартакиаде школьников, только она проходила в городе Гродно. Я заняла тогда второе место с толкания ядра с результатом 12 метров 67 сантиметров. Было очень тяжело. Сначала вообще не шел ни диск, ни дроп, потом как-то начал понимать, и в итоге все получилось. Адреналина, много радости. А это уже слова юного победителя. Полина Крупенько, воспитанница Могилевского училища Олимпийского резерва, была лучшей в метании диска и толкании ядра. Это один из первых стартов, таких вот именно официальных, которые помогают детям дальше выбрать свой путь и именно заинтересовать их в легкой атлетике и уже почувствовать себя в более таком взрослом спорте, в отличие от детского. Хозяева спартакиады в этом виде спорта заняли второе место, а первенствовали представители Брестской области. Бронза у легкоатлетов Гомельщины. Белынычи. Самый популярный вид спорта в этом райцентре – гандбол. И местный физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный 9 лет назад, акцентирует себя именно в ручном мяче. Из стен этой школы вышел не один игрок национальной сборной, а местный женский клуб играл даже в Еврокубках. К
Когда в Могилевской области настало время проводить финальное соревнование республиканской спартакиады, вопрос, где играть, даже не рассматривался. Конечно же, здесь. В упорной борьбе победу праздновали гандболисты Гродненской области, как у юношей, так и у девушек. Соревнования по гребле прошли в Гомеле, и именно хозяева этого вида спорта стали лучшими. Серебряные награды в общекомандном зачете заняли спортсмены Могилевской области. Гребцы Гродненской области замкнули призовую тройку. Слезы из-за неудачного выступления. Говорят, что наша жизнь – игра. Мы переживаем за поражение и радуемся победам. И в спорте мы желаем одного – стать первым. Как это получилось у воспитанников Могилевской области, чья команда по спортивной гимнастике была признана лучшей. Серебро завоевали минчане, бронзу – команда Гомельской области. Мастера малой ракетки сражались за десятком столов могилевского олимпийца. В упорной и тяжелой борьбе победили гомельчане. Они разделили пьедестал с командой Гродненской области – второе место и города Минска – третье место. Этот вид спорта называют шахматами в движении. За доли секунды необходимо просчитать вероятное движение соперника и нанести укол первым. В туре предварительном фиксует до 5 уколов либо ударов на протяжении не более 3 минут. Да. Потом дальше у нас тур прямого убывания. Это идет у нас на 15 уколов либо ударов. Виктория Герман приехала на спартакиаду в составе команды города Минска. Она потомственная фехтовальщица. Ну, мой дедушка очень искал себе занятия, которые требуют как развитой логики, так и физической формы. И нашел фехтование, ну как-то так получилось. Ну, я сначала не хотела идти, честно, не знаю. Но потом я пришла на соревнования, меня привели. Я поняла, что это действительно очень красивый спорт, и стоит дать ему шанс, и вот дала шанс, теперь я здесь. И пока ее спортивную карьеру можно назвать успешной. На спартакиаде Виктория заняла 3-е место. Команда города Минска на спартакиаде завоевала 2-е место. Бронза у Брестской области, а победителями стали фехтовальщики из Гродненского региона. На протяжении 4 дней юные велосипедисты Беларуси соревновались на шоссе вблизи областного центра. 20 июня прошел заезд в индивидуальной гонке. 21 июня прошла командная гонка. 22-го – групповая. 23 июня был дан старт заезду в гонке «Критериуме». После окончания соревнований организаторы назвали победителей и призеров спартакиады. Команда города Минска набрала наибольшее количество очков. Серебро у Могилевской области, бронза у Витебской. Спартакиада – это не только борьба за очки и секунды дистанций. Организаторы подготовили участникам насыщенную культурную программу. Многие из ребят посетили уникальный комплекс мировой фауны – Могилевский зоосад. Но волейболистки города Минска приехали сюда не отдыхать. Победа в каждом матче – вот что требовал от них тренер на спартакиаде. Игра с командой Витебской области, говорят девушки, самая сложная. Поэтому настраиваются по-особенному. Все мысли об игре. Эту игру с командой Гомельской области столичные девушки проиграли. На спартакиаде минчанки только 2-е. Но говорят, поражения закаляют и делают спортсменов еще более опытными. А значит, это тоже путь к победам в будущем.
командном зачете по волейболу первыми у девушек стала команда Витебской области. Минчанки вторые, бронза у представительниц Гомельщины. У парней пьедестал распределился следующим образом. Первая – Гродненская, вторая – Гомельская, третья – Минская области. Торжественное закрытие Республиканской спартакиады школьников 2017 состоялось 23 июня 2017 года. На протяжении двух недель на спортивных аренах области, а также в городе Гомеле и Борисове прошли соревнования по 21 виду спорта, в которых приняло участие более 2500 участников. Победителем в общекомандном зачете стала сборная Гродненской области. Серебро у Могилевской области, школьники Гомельской области завоевали бронзу. Церемонию закрытия завершила торжественная передача флага. В следующем году республиканскую спартакиаду школьников примет город Минск. И пускай год ожидания самого массового спортивного форума страны будет окрашен новыми победами и рекордами в спорте и учебе юных спортсменов Беларуси. Встретимся в Минске!